Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. Мы находимся в архиве. Здесь, надо сказать, довольно-таки сложно все. Но при этом не сказать, что прям с одного удара убивают. Но сложновато так. То есть на рядового врага приходится тратить где-то по 4 удара, а то и больше. Но вроде как живем пока. Не знаю, посмотрим. То есть даже банальные лучники и те с 3 ударов убиваются. Это не очень хорошо. Так, ну сюда нам, похоже, и нужно. Значит, мы пойдем сначала в эту сторону, осмотримся. Побывали мы в прошлой серии в Грид Холлоу, закончили. Так, тихо. Здесь. Это обычный сундук, да? Я что-то забыл, как выглядят мимики. У них, по-моему, цепочка вперед тянется. Да. Твинклин титанит. Мне не на что тратить, если только старую броню какую-нибудь прокачивать дальше, типа восточный. Но это уже... особо смысла в этом нет. Потому что я ей не пользуюсь. Так, тихо, вас тут двое, что ли? Опасно. Третий. Блин, да наводись ты на него. А я не помню, какой у этого меча сильный удар. Ага, ну неплохо. Они кристаллические, поэтому им удар не особо хорошо наносится. Но вполне пойдет. Тихо, блин, скотина. Аккуратно, второй прет. Блин. Да ёлы-палы, ай-ай. Спокойно, ребята, без нервов. Да что ж ты не сдохнешь-то? Ох ты, тварь-то какая. Ну что ж с тобой? Да ёлы, бляха-муха. Фу. Когда я говорю, что враги тут не хотят дохнуть, я именно это и имел в виду. Фу, так. Сдохни, наконец, уже. И дают за них помалу. Странно все, короче. Так, а ты... А, ты просто труп. Сейчас мы сходим сюда, посмотрим, что у нас здесь. Надеюсь, не мимик, потому что ты без него проблем хватает. А здесь у нас мимик. Как видите, цепочка тянется... персонажу. Блин, нужен ли он нам вообще? А, сказали же, на него можно... А у меня есть с собой? Нет, этот амулет. Талисман. Это не то, по-моему. Да, у меня его с собой нет. Давайте вот это попробуем. Это, конечно, явно не то. Я этим ни разу не пользовался, не знаю, что это такое. Ага. Че, все? Такой щит у нас уже есть. Ну, не совсем такой, у нас не кристаллический. Блин, прикольно. Офигеть. Как он там сложен-то внутри? Ой-ой-ой! Ага! Вон оно что. То есть это не убивает его? Ладно, нафиг тебе, я не хочу с тобой сталкиваться. То есть это его глушит просто? Так, раз враг. Второй там, да? Нет, второго не видать. Ну, с одним-то легко драться, а вот с двумя уже проблематично. Не дает мне полюбоваться прекрасным видом.
скотина. Так, ну что ж, наверняка написано Gorgeous, а, Praise the Sun, ну тоже. Еще один титанит. Красиво, красиво че. Где-то там лежит Андетбург. А мы двигаемся дальше. Так, ну что нам тут остается-то? Я, блин, конечно, хочу разобраться с тем мимиком. Просто не хочу, чтобы он оставался у меня за спиной. Поп-коп же не оставляет, пусть с него даже тараканы умирают, как правило. Поэтому нужно с тобой уже как-то порешить вопрос, уважаемый. Прости, но будет весело. Какой ты сильный. Гляньте. А ты что у нас, футбол что ли решил? Да, урон, конечно, что надо. Не так уж и сложно. Хороший меч. Хороший меч в итоге. Символ of Avaris. Так, что это такое? Первый раз вижу такое. Так, оно у нас где-то не здесь, похоже. Да, и не в этих кусках. Возможно, оно как ключ действует. Я не совсем понял, что я взял. Может, и магию взял. Что я взял вообще? Что это такое? Странно. Это странно определенно. Хрен знает. Я честно не понял. Давайте еще раз вот тут посмотрим. Может, я ввиду своей усталости опять пропустил. Но там прям мимик был нарисован. Да нет, а тут нет. Хрен знает. Хрен знает, натурально. Кто-нибудь в комментариях, я думаю, напишет. Скрытый путь здесь. А как его открыть, если он скрытый? Так, рычаг спереди. Ну, рычаг, я так понимаю, он поднимет нас. Скрытый путь. Серьезный подъем. Ой, куда я вообще? Это что тут все в кристаллах? Так, ладно. Серьезный враг спереди. Давайте тогда сядем поудобнее. В принципе, погнали. Только серьезного врага не хватало. Мне тут обычные враги-то нехило доставляют. Ты кто такой? Не такой уж он серьезный. Нормальный враг. Нормальный. Ну ладно, спасибо, что предупредил. Нафиг ящерица поблизости. А, вот это ящерица. Ну, ушла, естественно, пока я тут ворочался. Так, куда-то мы идем, мне не нравится этот путь, честно говоря, вообще какой-то кошмар. Замечательно. Все поросло этой хренью. А тут у нас, я так понимаю, босс будет. Блин, у меня аптечек не так много.
Ну и немало. Ой. А нет. Ну это, я так понимаю, да, это один из тех. И мне хана, да? Я вообще не понимаю, что с ним делать. Ты посмотри. Да ёлы-палы. Нормально. Так, короче говоря, у нас я нашел еще двоих боссов финальных. То есть одного мы убили, грейвлорда Нита. От четырех королей мы убежали, потому что там совсем какой-то кошмар. А вот с этим боссом я хочу разобраться, потому что он, в принципе, надо просто понять, что с ним делать. Что это вообще за... Что это за бонфайр? Где я оказался? Я тут ни разу не был. Почему я оказался у бонфайра, где я не был? Мне сейчас по новой человечность придется тратить, чтобы его зажигать. Ладно, не жалко. Правда, у меня ее маловато остается. Но, тем не менее, ладно. Мне снизу не нравятся звуки. Ну вот, собственно, и дракон этот. А тот дракон, которого мы в предыдущей части рубили, это, оказывается, не он был. Так что я опять перепутал. Блин, да что я нажимаю не то все? Ладно, будем делать, будем разбираться, что с этим боссом делать. А вообще, сейчас нам нужно просто осмотреться маленько здесь. Да понять, что где находится. Меч неплохой, мне понравился в итоге. К нему нужно приучиться, просто он очень медленный. А так, рубит неплохо. Спокойно, ребята. Тихо. Да, блин. Хорошо. Блин, обычные враги, казалось бы, а какие с ними проблемы? Ну, в принципе, никаких проблем, но приходится заморачиваться на их счет. Так, и что мне тут делать? Эта решетка тоже закрыта? Тоже закрыта. Как мне отсюда выбраться? Да. Положение, надо сказать, у меня. По стенам тоже не видать чего-то такого. Так, ну что, мне ворп остается делать? Блин, братюнь. А, во, смотри. Прикольно придумали, молодцы. Ктулху! Это что за хренище? Зачем ты их выпустил? Да. Куда-то я не туда попал, похоже. Подожди, он бежит от меня? Я думаю, они не от меня бегут, да? От того, что они выпустили? Подожди, они же... Валим. Я не знаю, кто они, но что-то неохота пока знакомиться. Лучше как-нибудь перенесем на потом эти...
Ты бы свалил там, нет? Эл! А! Да твою ж дивизию. Да блин, это не очень хорошо закончится. Ой-ой-ой, хана. Да, хана. Так, ну что я могу сказать? Не надо было бежать от них. Надо было встречаться лицом к лицу. Ну, я не знаю. Просто что-то как-то они слишком уж так бежали от них, что мне стало жутковато. Ладно, сейчас разберемся с ними. Я надеюсь, конечно же. Да не беги ты, мать твою, за ногу. Так, там эти идут по новой, да? Да вроде в этот раз не идут. Давайте тогда этим отомстим. Потому что, ну как так можно-то вообще? Что же вы делаете, уроды? Я не смогу подняться, мне кажется. Потому что они сейчас начнут спускаться, и я опять упаду. Ну, давайте попробуем. Ну да, полезли. Да, блин, дайте мне наверх подняться. Да ты скотина! Что творишь-то? Давай спускайся. А, это я ему еще хуже сделал. Ну ладно, допустим. Второй спускается, нет? Блин, думал, успею. Так, ладно, хорошо. Сейчас мы вниз пойдем с теми ребятами знакомиться. Приятными на вид. Но сначала посмотрим, что у нас наверху. Кругом книги, всякие записи. Закрыто, понятно. Зря сюда ходил. Видимо, у этих тварей внизу и будет ключик. Или там будет другой выход какой-нибудь. Не знаю, пока затрудняюсь сказать. Эти кристальные, надеюсь, оттуда не попрут сейчас ко мне. Ну ладно, погнали. Еще есть кто? Что это нам дает? Ничего? Ладно. Пойдемте вниз. Я до последнего оттягиваю момент. Я не хочу к тем тварям ходить. Они какие-то неприятные. Сразу по внешнему виду можно сказать, что от них ничего хорошего ждать-то не стоит. Так, тут у нас кто-то есть, нет? Закрыто. Так, еще один такой. Все хорошо. И с этим все. Так, давайте лучше наденем свое стандартное кольцо. А что-то с них вообще перестало что-либо выпадать. Ага. Внизу-то посмотри у нас. Что-то да есть. Ага, еще один ключ. Отлично. А вот и твари. Так, давайте мне интересно проверить одну теорию. Ну, то есть, какую теорию? Я хочу узнать, подойдет ли этот ключ туда наверх.
А вниз мы успеем еще сбегать. Ну, допустим, сюда этот ключ подойдет, нет? Дошел, хорошо. Так, большая душа, это отлично, на мой взгляд. Ну и ладно, пошли. Туда уж наверх, потом узнаем, если что. Подожди, а там что? А как мне туда попасть? Интересно. Все, осталось как-то с вами разобраться. А что если... Ну-ка, я... у меня стрелы будут задевать, нет? За решеткой, если я буду отсюда стрелять. Так, он сюда пошел. Ну вот, по одному лучше попробуем, по крайней мере. Может, они вообще с одного удара будут дохнуть. По крайней мере, попробовать надо. Эй, вернись. Так. Но могу сказать, что жизни у них очень плохо сносятся этим оружием. Могло бы и получше. Да вернись ты, ёлы-палы. А, скотина. Вынуждает меня к ним идти туда. И сейчас меня, скорее всего, убьют. Потому что, как я вижу, защита у них неплохая. Так, я смогу по одному вас вытягивать, нет? Ух ты! Ну вернись ты, ёлы-палы. А нет, смотри, нормально так сносит. Ну ладно. Непонятно, чего их змееголовые так боялись. Ну вы, блин, сколько у вас тут? Так, ладно, потихоньку. Ой, ёлы-палы. Вот сюда гранату какую-нибудь. Вот в эту целься. Но если по одному дадут, то мы их быстро перестреляем. Хорош. Блин, мне не нравится тень вот эта справа. Откуда он взялся? Так, ну хорошо. Кстати говоря, из них что-то... Блин, я не то хотел сделать. Ну ладно. Раз с них что-то упадает, давайте возьмем свое кольцо и посмотрим, чтобы почаще упадало это что-то. Хорошо. Против лука они беспомощны. Ой, блин, понты мои, как обычно. Как обычно. Как обычно. Только начинаю понтоваться, и сразу что-нибудь вот эдакое происходит. Наказывает меня таким образом игра. Давай. Ты скотина. Ай, блин, у меня автоприцел как-то слез. Так, ничего не выпало. Ну ладно. Готов. Они плачут. Или это не они плачут? Неважно.
осьминоги, мать вашу за ногу. А это помощнее, что ли, какой-то? Потому что ему поменьше здоровья сносит. Или я не знаю даже почему. Так, хорошо. Раз ты один у нас остался, то посмотрим вообще, что из себя представляешь-то. Ты один у нас? Я не совсем пойму. Вроде да. Да слабый же. Они только и могут что напрыгивать. Ну-ка, давай, целься. Чудо, чудо. Человечность. Ну, хотя бы человечность полезная. Так, закрыто. Блин, как я ненавижу эту надпись. Почему такое происходит? Я же подобрал уже столько ключей. Так, ладно. Кто-то зажег бонфайр. Поблизости зажег. Тоже хорошо. За это нам дают один Эсус фласк. Ну, кто-то еще зажег. Два Эсус фласка дали. Так, и что я тут... Ёлы-палы, три. Это уже что-то ненормально. Таких совпадений не бывает. Так, ладно, теперь давайте думать, как мне попасть за эту решетку и как мне взять... где он у нас там? Как нам взять вот эту вот блестяшку? Давайте, короче, осматриваться помаленьку. Потому что пока что я не представляю. Есть какой-то механизм, похоже, был, типа часов, но... Время, как говорится, взяло свое. Так, ну это нам ничего не дает. Так, ладно, бесполезно. Все равно там ничего не лежит. Ладно. Посмотрели и ладно. Давайте наверх подниматься. Я думаю, вот эти ключи, которые мы взяли, они уже откроют ту... те врата, которые... Подожди, а сюда как попасть? А, вот, смотри. Там наверху у нас лизардмены, похоже. Из Кингсфилда, кстати говоря, кто играл в такую игру от этой же конторы. Старая, древняя игра. Так, у вас что тут парочек? Даже больше. Да-да-да, это было глупо, глупо. Да не так! Ну что ж ты делаешь, урода кусок, а? Ладно, я надеюсь, сейчас эти ктулхи не возродятся. Потому что это будет обидно. Блин, как мне справиться с таким количеством этих змей и людей там наверху? Я, честно говоря, пока не представляю. Очень уж они какие-то... Так, вы мимо меня пробежите, нет? Что там, жаба внизу, нет? Давайте сбегаем, посмотрим. Ну, в принципе, можно с ними не воевать, даже если они там. Потому что они все равно агрятся, только когда мы им что-то делаем. Поэтому ладно, не так уж и далеко мы умерли. За мной гонится, да? Гонится. Ты тоже хочешь. Так, ну и ты давай. А то со спины прибежишь, будет обидно. Это можешь кританул. Тихо. А ты откуда?
Хорош. Так, вроде больше никто не должен нас беспокоить. Да, эти твари опять все там. Так, а тут наверху с тем кольцом, я думаю, я вас сейчас смогу прострелить. Поэтому давайте лучше так, а то что-то, блин, когда сразу 3 или 4 с тобой дерутся, не особо интересно получается все в итоге. Блин, неудобное место. Хорош. Так, ты побежишь ко мне, нет? Смотри, бежит. Я думаю, сейчас последний момент развернется, когда уже можно будет с ним подраться. Надеюсь, что нет. Да, блин. Хорошо. Так, еще кого-то цепануть можно. Но сейчас уже поспокойнее будет. Я поднимусь, сразу опущусь по лестнице. И можно будет подраться более-менее спокойно. С одним или с двумя. Если вот это не подключаться, конечно. А так, в принципе, я думаю, осуществимо это. Так, ну-ка. Раз. Там же это стреляющие молниями, да. Да, блин, а? Скотина, отвяжись от меня. Спокойно, спокойно, братюн, тихо, аккуратно. Вот так тебе. Все, ладно. Но здесь они, надо сказать, гораздо посложнее, чем те, что были в Zen's Fortress. Эти более живучие. Так, неизвестный рычаг. Стоит ли нам его нажимать? Что у нас здесь? Здесь у нас сундук непонятный, который не мимик. Ага, хорошо. Так, ну а рычаг мы можем повернуть, нет? Что это нам дает? Сложно сказать. Сейчас мне по новой убивать, похоже, всех этих ктул, чтобы проверить, открылись ли там двери. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, не надо. Офигеть. Офигеть, так они сполошились все. Так. Дерни его обратно. Они с ума сходят. Фу. Это было опасно. Хорошо. Я думаю, мне нужно сначала вас убить, а потом уже смотреть, что да как. Этот рычаг нам, похоже, больше ничего не дает. Вы там что, беснуетесь? Вроде нет, вроде успокоились. Вот я спустился прям к ним. Так, ну что, я не знаю, по новой это все вам показывать, как я их убиваю. Это, наверное, будет довольно долго. Хотя, в принципе, я думаю, мы убыстрим просто запись этого места. Воспроизведение, вернее.
ладно. А лучше, знаете, давайте все-таки выключу, потому что это будет долго. Так, ну и ладно, продолжаем. Оказалось, совсем недолго, то есть я минут 4 пострелял. На каждого по 3 стрелы и совсем не страшно. Так, теперь давайте смотреть, что же это нам дает. То есть мы взяли какой-то ключ, но я, честно говоря, сомневаюсь, что он сюда подойдет. Да, он сюда не подошел, это печально. А если я начну сейчас звенеть в этот непонятный патефон, на который он похож. Ну, короче говоря, в огромный этот рупор, как его назвать-то. Возможно, в этот момент дверь откроется. Но они переполошатся. Ну, в этот раз тоже беситься особо некому. Я не знаю. Не хотелось бы оставлять это за спиной просто. Да нет, тоже закрыто. Ладно. Больше тут ничего нет. Возможно, тут что-то открывается. Ну, вроде не похоже на то. Короче, надо валить отсюда, я так понимаю. В будущем найдем какой-нибудь ключик и придем сюда. А пока смысла особого не вижу. Только давайте этот звук выключим, потому что он натурально выводит, блин, все нервы уматывает. Взяли ключ от гигантской двери. Что это нам даст, интересно. Так, а если я прыгну, то я, скорее всего, не перепрыгну. А если даже и перепрыгну, то, возможно, и умру. Ой, не знаю, давайте попробуем. Так, тоска, печаль. Давайте еще раз попробуем. Так, уперся в ящик, это тоже не очень хорошо. Нет, никак. Три попытки. Ни одна из них даже близко не подошла. Все, уходим, короче говоря. Пока не найдем ключ. Ну, интересная локация. Я совершенно не ожидал, что после битвы с этим боссом я окажусь на ней. Интересно, непонятно. Блин, вон там где-то блестяшка. Как мне ее взять, интересно? Я ее даже не вижу сейчас. А вон она. Сейчас будем разбираться. Тут мы везде были, тут мы все сделали. А вот тут... Как же ее взять? Вообще непонятно. Скорее всего, как-то вот отсюда спустившись. Или вон оттуда. Но не уверен, честно говоря. Тут ничего нет похожего на какую-нибудь потайную дверь. Тут у нас бонфайр, а около бонфайра у нас тут ничего нет. Хотя вот тут мы... Вот, подожди. Вы еще, ребята, я про вас забыл. Так, спокойно, спокойно, братень. Хорошо. Вон та дверь, кстати, может привести меня. Ключи-то у меня теперь есть. Блин, да что ж ты какой, а? Да что ж ты, мать-то твою, за ногу? Все-то хотелось бэкстеп тебе сделать. Больно, уж он необычный для меня. Так, вот отсюда. Ага, теперь я знаю, как ту приколюху взять. Главное сейчас не убиться.
Так, тихо. Мне прыгать, что ли, нужно? Или мне... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Душа. Все это ради души было, что ли? Ну, я ожидал большего. Так, тут у нас спуск вниз, похоже. А тут у нас... Блин, как мне теперь спуститься-то побезопасней? Ну, отсюда явная смерть. Пойдет с той стороны. В тюрьма попал Поп-Коп, короче говоря, в тюрьма. Только сейчас мы отсюда выбираемся, сколько мы тут пробегли. Больше тут ничего нет? Вроде как ничего. Так, ладно. Ну, все равно неплохо. Хотя бы для успокоения совести. Я уж надеялся, там будет ключик от этой двери. Что-то мне очень уж нравится то, что за этим ключиком, раз вот такая орда опасных тварей охраняла. Но, видимо, мы это не скоро узнаем. А может и скоро. Пока что-то никаких наметок на этот счет нет. По идее, мне сейчас надо бы около бонфайра сесть. Потом останется только двух змей убить. Да у меня их и так по-любому придется убивать. Поэтому давайте-ка мы сядем около бонфайра. Так, я думаю, будет проще. Так, они там стоят? Да, стоят. Потому что разницы особо нет, что так они будут бежать туда, что так они там стоять будут. А больше мне драться тут ни с кем не придется. Поэтому давайте восполним запас Эстус фласков. Тихо, братюнь, спокойно, без нервов. Да, блин. Ну ладно. Нормально. Эти ребята, похоже, за мной побежали. Ну ладно. Все, выход, что ли? Куда это нас выводит? Не знаю, но могу сказать, что тут нас еще не было. Так, а тут у нас что? Я вообще смогу тут пройти или упаду? Так, ну что мне, блин, не сидится? Ну куда я пошел, а? Тут, похоже, нет даже ничего. Похоже на то. Ну, давайте осматриваться, куда это нас вывело-то. То есть понятно, что в академию обратно, но куда именно? Опасайся справа. А, это ты? Ну, вы не такие страшные. Просто вас запаришься убивать. Тихо, это что было? Ой, со спины, ой, со спины, ой, со спины. Тихо, 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 тихо. Ой. Ну-ка, спокойно. Сейчас мне прилетит. Да. Ну ладно. Тут надо было думать, что такое произойдет. Я думал, что от него побегу, и кто-то выбежит, поэтому... А что поэтому? Все равно как неподготовленный попался. Чуть не убили меня. Так, ладно. Прекрасный вид.
Да, вы издеваетесь. Я ненавижу этих гадов. Ой, да тут у вас сколько? Сейчас с ним побежишь воевать, тот начнет расстреливать. Да, это будет печально. Да, блин, прям в лицо. Тихо. Это что такое было? Телепорт? А вон и ты, да? Ой, блин. Короче говоря, сейчас я, пожалуй, вернусь к бонфайру. Собственно, вот так вот поступлю. Да, в принципе, закончим эту серию. Потом через пару деньков я сяду и дальше начну проходить, потому что сегодня я уже подустал. И меня начинает попадать на пустом месте. Ну, могу сказать, что меня прикалывает эта локация. Она очень необычная, очень крутая. Тут, конечно, надо разбираться, что да как, потому что локация, судя по всему, огромная. Но, тем не менее, ничего так, потихоньку, помаленьку справляемся. И это круто, по-моему. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.